Как соперника изучали перед этим матчем? Очень хорошо провели первый тайм. Да нет, вообще не изучали, просто выходили с целью победить и все. Во втором тайме пропустили. Какое стечение обстоятельств привело к пропущенному мячу? Ну, видимо, немножко подрасслабились, подумали, что победа в кармане и все, в принципе. Вы вышли с первого места из группы. Как оценишь групповой этап для своей команды и как на плей-офф, как команда рассчитывается? Ну, вроде говорили, что мы находимся в группе смерти, вышли с первого места, значит, ну, можно что-то показать на уровне плей-офф. Надеемся просто получить хорошего достойного соперника и показать нашу лучшую игру.